Вот, просим сохранить наши места, так как в перспективе мы в будущем все, возможно, можем остаться без работы. Как бы это самое главное, что нас страшит, то есть потерять свою любимую работу, источник доходов. То есть это страшно нам, работающим в городе Хабаровске, сложно, но все-таки город есть город. А каково нашим сотрудникам, жителям поселка Березовый? То есть это вдвойне. Поэтому просим обратить внимание на своих граждан. Так как 1000 рублей, 1000 людей – это много или мало, вопрос, конечно, риторический, то есть стоит... Стоим мы того или нет, как бы мы жители нашего края, мы здесь родились, выросли, родили детей, мы работаем, наверное, стоим мы, чтобы нас услышали. Сегодня мы, сотрудники компании «Азиалес», собрались на пикет в связи с тем, что наша компания находится под угрозой банкротства. Основная цель пикета – это, конечно, просьба о поддержке и помощи правительства Хабаровского края, у которых есть возможность посодействовать нам и донести, что исключение нас из инвестпроекта влечет за собой остановку крупного промышленного предприятия. На сегодняшний день для нас это потеря рабочих мест. В компании трудится более 670 человек, из них 370 – это сотрудники компании «Азиалес». Большинство из них живут в поселке Березовый Солнечного района. Эти люди, единственное, что у них есть, это компания, и они трудятся, основная масса жителей трудится в нашей компании. Компания «Азиалес» является градообразующей для данного поселка, и, конечно, это в дальнейшем банкротство повлечет за собой стагнацию малого и среднего предпринимательства на данной территории. В округе больше таких предприятий нет.